Здравствуйте, это снова «Призрачный хакер», и мы продолжаем рассказывать о том, как сделать жизнь в интернете простой и приятной. На очереди наши советы по поводу размещения видео в мировой паутине. Делать это проще всего через самый раскрученный и качественный сервис YouTube. Наверняка каждый из вас хотя бы раз в жизни был свидетелем происшествия, катастрофы или, наоборот, смешного или нелепого случая. Бывало, что в такие моменты под рукой случайно оказывались видеокамера, фотоаппарат, да ладно, обычный телефон. Предположим, вам даже удавалось заснять уникальный момент, который мог бы вас прославить, но вы не знали, что дальше делать с этим видео. И всенародное признание пролетело мимо. А надо было просто-напросто выложить свое фееричное видео в YouTube. Что, не знаете, как это делается? Или пробовали, но не получилось? Сейчас я вас научу. Для начала в YouTube надо зарегистрироваться. Набираем в командной строке youtube.com. Появляется главная страница YouTube. Жмем «Войти». Так как у вас нет еще аккаунта в YouTube, вам надо его создать. Нажимаете на кнопку «Создать аккаунт». Открывается окно регистрации, здесь пишите свое настоящее имя. Или, если скромность ваше украшение, придумываете вымышленный псевдоним. Затем жмете на значок «Создать», новый адрес, Gmail. Нам снова предлагают заполнить графы. Не переживайте, все это только в первый раз. Когда вы снова будете заходить на YouTube, уже ничего заполнять будет не надо. Придумайте имя пользователя и впишите его. Я буду призрачный хакер. Теперь нужно то же самое сделать с паролем. Но свой пароль я вам не скажу. И вы свой держите в тайне. Подтвердите его. Проставьте дату своего рождения, пол и номер телефона. А теперь еще докажите, что вы не робот. Есть программы, которые сами умеют регистрироваться на сайтах. Но эту проверку им не пройти. Введите предложенные цифры. Ставим галочку о согласии с условиями пользования. Вот и все. Вам осталось только подтвердить свой аккаунт. Жмем кнопку «Продолжить». На указанный вами номер телефона придет СМС с проверочным кодом. Во, мне уже пришло. Кстати, СМС бесплатное. Вводите код подтверждения. Ура! Вот вы и зарегистрировались, о чем вам радостно сообщает YouTube. Жмем кнопку «Назад к сервису YouTube», затем кнопку «Далее». После этого «Сохранить» и «Добавить видео». Теперь нам предлагают создать канал и загрузить видео на YouTube. Здесь надо указать свое или опять же вымышленное имя. Можно загрузить даже свою или чужую фотку. И вот появляется заветная надпись прямо посередине экрана, видимо, чтобы не промахнуться в нетерпении. Выберите файлы для загрузки. Выбираем файл. Пока загружается видео, а этот процесс зависит от длины и качества вашего материала, вам надо дать название сюжету. Оно должно быть ярким и запоминающимся. Как пример, посмотрите название сюжетов канала 1612. А в этой графе можно описать в двух словах, что происходит на видео. Жмем «Опубликовать». И вот у вас есть адрес опубликованного сюжета. Теперь ваше потрясающее видео смогут увидеть все пользователи интернета. Копируйте эту ссылку и отправляйте друзьям, а также размещайте в социальных сетях. Вот как это делается, например, в Фейсбуке. Просто вставляю копированную ссылку и готово! Вскоре ваше видео станет вирусным и прославит вас. Хотите загрузить еще видео? Жмите на значок «Добавить видео» и загружайте сюжет по той же схеме. И не забывайте, если у вас возникают любые вопросы, касающиеся интернета, пишите, мы раскроем для вас все секреты всемирной паутины.